Ну вот смотри, у тебя выделено сейчас пункт меню «Главное». Так? Где? А, вон там. Да, а Главное. содержимое находится справа. То есть тебе надо сначала перейти к содержимому, нажать «Право». И вот теперь видишь, у тебя выделена картинка вот эта, топи. А YouTube, видишь, где находится? А, красненькая вон это, да? Да, вот что нужно сделать, чтобы попасть туда? Чтоб туда попасть. Да. Ну, вниз. Ну. А теперь? А теперь вправо. Да. А теперь? А теперь... Вперед. А, ну... Я не запомню. И вот, видишь, тут категории слева также, видишь, выбрано главное, новости, видишь, музыка, видеоигры, подписка, библиотека. Вот, или ввести запрос. Кого? Ввести запрос. А запрос это зачем? Можешь буквами написать, вот, введи вверх, нажми. И вот вправо листни, ну перейди к основному содержимому от столбика. Здесь, в этом столбике, тебе предлагают варианты обращений. То есть, возможно, ты будешь какие-то запросы вводить несколько раз. И они у тебя будут сохраняться. Чтобы их заново не печатать, они у тебя будут сохраняться в этом столбике. А теперь нажми вправо. Вправо. Еще раз. Вот. И ты видишь, перешла на буквы. Ну, А выделено. так. И также выбираешь букву и нажимаешь середину, чтобы написать. Вот напиши «бабушка». Вот, чтобы выбрать букву, нажми на середину. Видишь, «Б» появилось вверху слева. А потом, а, сейчас надо. Вот, видишь, появилось «Б». Да, я вижу, А вижу. теперь вот так же выбери «А» и на середине. Видишь, получилось «Ба». Ба. И также напиши, что ты хочешь. Потом. А теперь у, где же у? Ну, где же «у»? А, вон она. Привыкнешь тут к месту, к расположению. Бабу, теперь шея. Да. Ну, Ну это ладно, ладно. получается. Да. Ну, да, дописывай до конца. Так, где это? Вторая строчка. Так. Теперь смотри, тебе надо это между словами поставить расстояние, правильно? Ты ж не будешь два слова слить написать. Ну да. Тебе надо вот вниз листай и под буквой «Щ», видишь, пробел. Под буквой «Щ» в самом низу, вот. Видишь, буква «Щ», А, вон а под где. пробел. А, вон, да. Пробел, а это вот расстояние. Ну. Вот выбери пробел теперь. Как Сейчас. вот буквы выбирала, теперь выбери пробел. Так, сейчас. Выбрала. Нет, еще выбрала. А как пробела? Вниз. Еще вниз. Вот. Ну А я вот. думала, нельзя это. Можно. На середину. Пробела на середину. Вот. И теперь можешь второе слово писать. Чтобы оно было, ну, не слитно с первым. Понятно. Пиши «Поля» теперь. Ладно, сейчас. Вторая строчка, последняя, «П». Его рядом. Ну ладно, хватит. Ну, пиши до конца. Увидишь, там, так в конце-то надо нажать еще. Ну ладно. Ты допиши, я говорю, в конце-то надо нажать еще кое-что А, будет. ну да, сейчас. О, где это? Слева от «П». Слева от «П». А, вон она, да. Сейчас. Потом запомнишь. Еще левее «Л». Ага, вижу.
Ну, я последняя. А я последняя. Вот, ввела. А теперь, короче, видишь, поиск. Ага. Поиск выбирай. Да я не сродни запомню. Искать, поиск. Пробел, понятно. Расстояние, поиск, искать. О. Ну, вправо. А-а-а. Вправо. Еще раз. Вот. И на серединку. И вот он ищет, видишь. И вон, видишь, третье видео с тобой. Да. Поняла как? А-а-а. Вот. Это, чтобы то найти, есть, надо написать. Можно написать, можно. Можно. Можно и вызвать вот так. Просто когда ты вызываешь, она может неправильно слова понять. Ага, понятно. И иногда, сам... если не получается голосовой командой, тогда вот так писать надо будет. Если я напишу Константин, там, Костя. Да? То ты там появишься. Да? Не, ну помимо меня еще бывают Костики же. А, Рябцев надо? Ну и таких тоже много это. А как же? Тебе надо вот именно по названию видео искать. А как же? Ну я тебя потом научу. А, ну ладно, ладно, это ладно. Пока вот себя главное, умеешь находить главное. И вот себя, когда выберешь, там внизу будут еще другие с тобой. Как? До себя дойти. У тебя выделено что? Видишь, выделено, да. Что? А ты где относительно этого находишься? А я вон, третья. Ну, это какое направление? Право. Значит, что надо нажать? Право. Еще? Ну, ты правее находишься. Да. Ну, что дальше надо нажать? Серединку. Рекламу сначала смотришь. И пошло. Здорово. Привет. Ой, что, там и вот я сейчас новые опубликую. Да, ты смотрел, сможешь посмотреть новые. Соединяем.